Всем привет! На телеканале СТС выходит новый комедийный сериал под названием «Мама будет против». Грузчик Николай в строительном магазине роняет тяжелую коробку на клиентку Наталью. После инцидента у девушки остается небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна все равно хочет засудить магазин. Ведь в этот день Николай успел насолить и ей, и ее супругу, генералу в отставке Сергею Геннадьевичу. Теперь парню грозит не только потеря работы, но и временного жилья, небольшой каморки на складе. Есть лишь один способ все исправить – договориться с матерью пострадавшей. Тогда у бедолаги рождается гениальный план спасения – приударить за Натальей. Премьера 13-серийного сериала «Мама будет против» состоится 7 ноября на телеканале СТС.